Здравствуйте! С вами интернет-магазин «Азбука инструмента», и сейчас мы с вами поговорим об электролобзике «Энергомаш LB4760M». Этот маленький помощник поможет вам с легкостью справиться с продольными, поперечными, а также фигурными пропилами. Под корпусом из ударопрочного пластика прячется движок мощностью 760 Вт, который разгоняется до 3000 оборотов в минуту. А давайте теперь посмотрим, что у него снаружи. Металлическая подошва может изменять угол до 45 градусов с шагом в 15. Регулировка осуществляется с помощью шестигранного ключа, который идет в комплекте. А главное, что он всегда под рукой благодаря специальному креплению на корпусе. Также в комплекте имеется специальный упор, который поможет вам с легкостью проводить параллельные распилы. На установку и замену пилки не понадобится много времени. Для этого нужен только шестигранник, о котором говорилось ранее. Для более комфортного и быстрого распила деталей данная модель имеет 6 ступеней скорости и 3 варианта маятникового режима. Данные настройки позволят вам одинаково комфортно работать как с металлом, керамикой, так и с деревом. Также для удобства продолжительных работ имеется блокировка выключателя. Для безопасности оператора на данном электролобзике имеется защитный щиток рабочей поверхности, а также есть подключение к пылесосу для удаления отходов. Перед использованием мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией и техникой безопасности. Электролобзик поставляется с коробкой, инструкцией, упором, пилкой и шестигранником. Электролобзик Энергомаш LB4760M сочетает в себе отечественную надежность и современные технологии. Интернет-магазин «Азбука инструмента» желает вам удачной покупки, ведь мы – это ваш инструмент от А до Я.